Красные луга. Вот у нас какой-то поселочек или деревушка даже, я бы сказал, несколько домов. Вот тут и лошадки пасутся сбоку, слева. Видно, не видно в камеру. Такие упитанные. Загрузки осталось 7 километров. Да, виды, конечно, здесь шикарные. Виды здесь шикарные. Серпантин. Вот речушка справа получается у нас. Ага, знак камнепада, осторожно. То есть, наверное, здесь, когда сильные дожди, наверное, камни падают. И надо быть очень осторожным. Вот я смотрю, вот некоторые дома, конечно, под уступами гор находятся. Конечно, это прям вообще, я не знаю, как они не боятся, но, видимо, столько лет уже дома стоят, значит, ничего не происходит. Вот, значит, все хорошо. Вот, у нас, да, серпантин, конечно, такой хороший. Железная дорога идет. Чтобы выключить. Вот. Видите, да, какой шикарный. Да, в Австрии мне что нравится, на всех остановках, на всех паркингах есть, ну, называется освенак. Как-то, не знаю, правильно, неправильно я говорю, но там всегда есть вода. Чистая питьевая вода, которую можно пить без проблем. И не будет ни живот не болит, ничего, ни судороги. Ничего не будет. Меня не могут обогнать, бояться. Но здесь, да, нельзя обгонять, видимо. Здесь такой серпантин очень частый. Да, я не знаю, как, конечно, на камеру передается этот вид. Такой вот вид. Шикарный. Так, это что у нас за знак? 40 км в час, железная дорога, ЦУК. Осторожно, надо ехать, да, но тут скоростных не будет поездов, так что не боимся, едем нормально дальше. Ой, какой вид красивый, да. Да, конечно, все не видно, съемка такая не очень. Вот, но тут речушка такая прям вдоль дороги идет. Конечно, это очень красиво.